У водопроводной колонки женщины делятся новостями. Видели? У нас спущен троллейбус. Правда, не пассажирский, а грузовой. Но сколько времени и труда экономит он, доставляя карманы животноводческие фермы. В белорусском колхозе «Победа» электричество пилит лесоматериалы, очищает зерно и выполняет много других работ. Энергия поступает от генератора, приводимого в движение локомобилем. Но колхозники не остановились на этом. Они заставили отработанный пар тоже приносить пользу. Под землей проложены трубы, и теперь пар обогревает теплицы, помогает готовить корм для скота на механизированной кухне. Электрическая и тепловая энергия заменила труд многих людей. Корм готов, сообщают на электростанцию. У белорусского колхоза «Победа» есть уже немало последователей.